приветствую, дорогие зрители, дорогие друзья. Мы находимся сегодня в Руставе на рынке Автопапа. Очень-очень холодно сегодня. И сегодня мы представим вам автомобили, которые есть на рынке. Посмотрите варианты, какие машины есть вообще. Покажем, сколько можно больше автомобилей. Кроссоверы покажем, джипы покажем, люкс машины вообще покажем. И бюджетные тоже постараемся показать. Если вы хотите купить автомобиль с Грузией, и чтоб поставили на российский учет, или если вы из Казахстана, чтоб хотите, чтобы в Казахстан доставили, то без проблем можете обращаться по любым вопросам. Мой номер виден на экране. В любое время можете звонить, я вам проконсультирую. Я вам подберу хорошие автомобили, делаю все документации под ключ. Так что не забываем подписаться, а я начинаю показывать вам Руставский авторынок, какие машины на сегодня есть. Первый автомобиль у нас Toyota Land Cruiser Prado 21 года, 4-литровый бензин, чистый японец, не арабский. Машина Black Edition. Смотрите, здесь биксеноновая система фар. Покрышки хорошие, автомобиль. Стоит 54 тысячи долларов, пробег 9 тысяч километров. Плюс газ есть, машина 21 года выпуска. Просто супер вариант. Цена тоже вообще супер. Следующий автомобиль тоже у нас Toyota. Камри, европейка, белый жемчуг цвет, машина 22 года, 0 пробег, японский 2.5 мотор, цена 41,5. Комплектация здесь хорошая, подогрев есть, кожаный салон, охлаждение, и плюс автомобиль гибридный. Абсолютно новый, с хорошей комплектацией, с парктрониками, с камерами. Цена этого автомобиля 41500 долларов. Кому нужны вот такие автомобили, в наличии есть. Здесь рядом стоит Kia Optima 2.4. Тканевый салон, простая комплектация. Пробег здесь 77 тысяч миль. Где было бито? Бампер только, остальное полностью родная краска. Я вот толстомером проверил лучше. Вот человек говорит, родная краска вообще абсолютно вся. Хорошая машина. Только бампер вот был битым. 2.4 мотор, 19 год. Цена 13500. Хороший очень вариант. И цена тоже хорошая. Если для России вы хотите, под ключ можем посчитать, сколько выйдет данный автомобиль. Очень хороший прям. Серебристый цвет, очень красивый. Пробег тоже хороший. И самое главное, жестянка вся заводская у машины. Вот такой вариант. Здесь стоит RAV4. Вишневый цвет, Limited. С люком, с кожаным салоном, старт-стоп, кожаный руль, 360 камера, BSM датчики, тоже хорошая машина. Цена этого автомобиля 22,5. Тоже интересный вариант. Рейлинги на крыше. Пробег 26 тысяч миль, 2.5 мотор, 18 год. Тоже интересная машина. Здесь сзади этой RAV4 стоит Kia K5. Это GT-Line, панорамная крыша, полный фарш. Хорошая комплектация, тоже BSM-датчики. Плюс Black Edition, без хромов, то есть.
тоже классная машина, тоже выгодно выходит очень покупать такие автомобили. 6000 километров пробег, 1.6, двигатель 22 год, цена 29 тысяч долларов. Скидка всегда есть в Руставском авторынке, так что можете смело обращаться. Рядом стоит Соната, тоже 1.6 турбо. Максимальная комплектация тоже. Limited. Тоже 29 тысяч долларов стоит. Это 20-й год. Пробег 27 тысяч километров. Здесь даже вот проекция на лобовое есть. Редко бывает на этих Сонатах такие комплектации. Так что кому нужны вот Optima, RAV4, вот K5, Sonata. В общем, выбор есть. Новый Camry тоже вот показал я вам гибридный. Кому нужны, вот смело можете обращаться. Вот посмотрите, сколько машин. А мы поехали дальше смотреть другие варианты. Посмотрим, какие варианты есть сегодня на рынке Автопапа. Минивены очень много спрашивают. В комментариях тоже пишут, покажите минивены, покажите минивены. Вот машина из Германии, Mercedes Vito 16 года, 2.2 дизель, 48 тысяч долларов стоит этот автомобиль. Под ключ можем показать, хорошая комплектация, авангард, диски красивые, вообще нравятся эти новые V-классы. Просто посмотрите на салон, темно-коричневая кожа, кожаный руль. BSM датчик, камеры повсюду, парктроники. Машина вообще классная, 2.2 дизель, расход здесь вообще маленький. Кому нужны вот такие V-классы, смело можете обращаться. Минивены, которые спрашивают за 10 тысяч долларов, за 8 тысяч долларов, таких минивенов нету. Минивены дорогие. За 8-10 тысяч долларов, кроме седана, ничего не купишь. Так что, если у вас 10 тысяч долларов, вы минивэн никак не можете купить. Вот такой Mercedes, 48 тысяч долларов здесь стоит. Можем посчитать под ключ, сколько обойдется Mercedes Vito в авангард комплектации. Машина из Германии с дизельным двигателем, с ценой 48 тысяч долларов. Следующий автомобиль у нас кроссовер Hyundai Santa Fe. Limited с панорамой, с BSM датчиками, с камерами 360, с пробегом 31 тысяч миль, с двухлитровым двигателем 2017 года выпуска. 18 700 долларов здесь на месте просят за этот автомобиль. Полный фарш-пакет, все функции, которые требуются на этом автомобиле, все есть. Полный привод, парктроники, камеры повсюду, панорамная крыша, кожаный салон, подогрев, охлаждение. Все есть. Цена 18 700 долларов здесь на месте стоит. Можем, еще раз повторяю, посчитать под ключ. Вот такой большой выбор автомобилей здесь. Сейчас покажу вот две Камри вам, 70-ки. Посмотрите, нравятся ли вам эти автомобили. Первый у нас с панорамной крышей. Limited. Здесь 2.5 Hyundai бывает Limited, у Camry не бывает лимитадов. Здесь парктроники спереди, омыватель фар. 21 год, 8500 километров. Цена, к сожалению, не указана. С панорамной крышей. Японской сборки автомобиль. Задняя камера, задний паркинг-контроль. Жирная комплектация. Примерно такой автомобиль будет стоить от 35-40 тысяч долларов. Потому что это японская сборка. К сожалению, цена не указана. А вот рядом уже стоит Camry XSE. Американский. Полный фарш-пакет, четырехствольный выхлоп. Здесь задняя камера, но парктроников нету. Вот черная крыша, черные зеркала. Black Edition с красным кожаным салоном. Просто космос. Посмотрите на этот салон. Очень красивый.
Это 2020 года выпуска с пробегом 34 тысячи миль. Но цена тоже, к сожалению, не указана. Но мы можем узнать цену и сообщить вам. Вот хорошие два автомобиля. Вот этот японский, а вот этот серебристый американский в полном фарше. Вам вот как такой вариант X6 50i, машина 16 года, тоже можем поставить на RF учет. Спереди парктроники, передняя камера Black Edition, тоже черные зеркала, черная решетка радиатора, черная губа, пороги черные, М-диски здесь, белый жемчуг цвет, абсолютно вот супер автомобиль, проекция на лобовое, панорамная крыша, умные зеркала, X-Drive, BSM-датчики, M-руль, комфорт, спорт, эко-режим, электроручник, в общем, полный фарш. Тоже задние парки, паркинг-контроли, задняя камера, карбоновый спойлер, очень-очень дорого стоит, кстати. В общем, автомобиль супер. Кто хочет вот заряженный внедорожник, то обращайтесь. Цена здесь на месте $42,000 с пробегом $64,000. Полный фарш-пакет. 46 тысяч стоит. Кому интересно, можете обращаться. Вот еще интересная Optima 16 года, тоже в простой комплектации, задняя камера, коричневый цвет, тканевый салон, маленький монитор, 2.4 объем, цена 11500, тоже бюджетный автомобиль. Кому нужны вот бюджетные оптимы, то можем, тоже можем подбирать, все досконально проверить и помочь по всем документациям. 11500 стоит такой автомобиль. Покажу вот такой RAV4 Toyota. С пробегом 17 тысяч миль. Машина 2020 года выпуска, 2.5, цена 27 тысяч долларов, мокрый асфальт цвет. Покажем сзади. Кстати, что заметил, очень-очень много оптимы появились на рынке. XLE полный привод с ценой 27 тысяч долларов. Вот такой интересный автомобиль. Посмотрим давайте вот эту Elantra. Hyundai Elantra, тоже бюджетный автомобиль, задняя камера, большой монитор, тоже простенькая комплектация. 16-й год, цена 9800. Кому нужны вот такие бюджетные автомобили на примере Optima, на примере Elantra, то на рынке появился очень-очень много автомобилей. Так что быстро, кто хочет, номер есть на экране в описании под этим видео. В любой момент звоните и забронируйте автомобили. Так что большой выбор, и цены, вижу, что снизились немного. Немного, но снизились. Разница есть, так что обращайтесь. Вот эта машина, к сожалению, не проходная. Просто посмотрите на этот автомобиль. Жаль, что не проходной этот автомобиль. 14-й год, весь собран в М-пакет. С пробегом 85 тысяч, цена 15 тысяч долларов, трехлитровый турбо, фулл пакет, люк, проекция на лобовое, М-зеркала, карбоновый спойлер, 335i, задний привод, задняя парктроники, задняя камера, выхлоп М, диски М. Так что красотка просто этот автомобиль. С ценой 15 тысяч долларов здесь на месте. Кому интересно,
Вот кто из Казахстана хочет или вот из Грузии, из Армении, то можем эти автомобили подбирать для вас. Но для России, к сожалению, этот автомобиль не проходной, 3-литровый турбовый двигатель, самолет конкретный. И расход топлива здесь очень-очень маленькая. Так что обращаемся, 15 тысяч долларов стоит тройка F30. И последний автомобиль в этом выпуске, это Hyundai Sonata. Рестайлинг. 2018 год, пробег 31 тысяч миль. Мотор 2.4, спорткомплектация с люком. То есть хорошенькая комплектация, 14 800 долларов. Стоит здесь на месте, можем посчитать под ключ, сколько вам обойдется. Люк, комбинированный салон, кожа-ткань, кожаный руль, климат-контроль, большой монитор, BSM-датчик, то есть датчик сдерживания полосы, задняя камера, двухствольный выхлоп с диффузором на бампере черного цвета с ценой 14 800 долларов. На сегодня все, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители. Всем спасибо, кто лайкает, кто следит за моим каналом. Обращайтесь, по любым вопросам вам поможем. Сделаем все, чтобы вам выбрали достойный и, самое главное, выгодный автомобиль. Подписываемся, пишем в комментариях, какие машины вы хотите увидеть в следующих выпусках. Мы вам постараемся это все показать. До свидания, до скорых встреч. А кто хочет заказывать машины, то мой номер виден на экране, в описании под этим видео тоже есть. До свидания, до скорых встреч. Скоро ждет вам очень-очень интересный контент на моем канале. Так что нажимайте на колокольчик и обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. До свидания.